Как выбрать раковину для ванной комнаты? В этом ролике поговорим о том, на какие моменты необходимо обратить внимание прежде всего. Поинтересуйтесь, из какого материала выполнено изделие. Некоторые недобросовестные производители могут уверять, что их раковины сделаны из фарфора. Это не так. Все современные раковины изготавливают из фаянсовой глины. У нее меньшая степень усушки, что благоприятно сказывается на геометрии и пропорциях изделия после обжига. Фаянс более пористый, за счет этого он поглощает больше влаги, поэтому изделия из фаянса обильно покрывают глазурью. При выборе раковины очень важно продумать принцип ее установки. Раковину можно устанавливать на пьедестал или на тумбу. Определитесь с моделью тумбы. Вам больше нравится подвесная или на ножках? Раковина может быть накладной или встроенной. Изучите варианты. Выбрать подходящую модель вы можете в шоурумах Керама Марацци. Наши специалисты демонстрируют разнообразные идеи по оформлению ванной. Дизайнеры заботятся не только о красоте, но и о практичности. Вот здесь предусмотрена дополнительная стенка. Это не только историческая отсылка к античным умывальникам. У стенки важная функция – она сдерживает брызги воды. Это раковина из коллекции Помпеи. Она устанавливается на тумбу, либо на пьедестал. Еще одна важная деталь – монтаж смесителя. В частности, эта модель имеет дополнительное отверстие для смесителя. Он устанавливается прямо в раковину. А здесь такого отверстия нет. Смеситель крепится на столешницу. Два варианта для установки смесителя предусмотрены в раковинах коллекции Каналетто. Эту серию наверняка оценят те, кто предпочитает утонченный дизайн. Слегка загнутые бортики раковины повторяют плавные линии гондол и изгибы стенок кубка традиционного венецианского стекла. Поверхность современных раковин может быть глянцевой или матовой. Матовая глазурь в тренде. Современный производитель предусматривает несколько размеров под ванные комнаты разных габаритов. Например, раковина из коллекции Bonjourno выпускается сразу в трех размерах – 60, 80 и 100 см. За основу формы этой раковины взят Одеон Малого театра в Помпеи, построенного еще до нашей эры. Приобретая раковину, проверьте документы на изделие. Это инструкция по монтажу и эксплуатации. Проследите, чтобы она была в наличии. Продавец также должен выдать вам гарантийный талон. Все тонкости выбора раковины вы можете узнать в Керама Марацци. Наши специалисты не только подробно вас проконсультируют, но и бесплатно подготовят дизайн-проект. Для этого потребуются размеры вашей ванной комнаты. Уточните их перед визитом в магазин Керама Марацци.